картина «Один отдельно взятый художник». В результате получилось вот такое собрание замечательных, а главное, таких разных по жанру и стилю художественных произведений. Оренбургскому отделению Союза художников России 60 лет. Этой знаменательной дате посвящена выставка, открывшаяся в выставочном зале Музея изобразительных искусств. Среди представленных в экспозиции картин оренбургские любители изобразительного искусства смогут увидеть работы художников разных поколений. Это произведения заслуженных художников России Юрия Григорьева, Рашида Асаева, Александра Масловского, Юрия Рысухина, художников Глахтеева, Гилева, Фазутова, Ерохина, Смекалова, которые сыграли большую роль в формировании оренбургской школы живописи. В то же время почетное место занимают работы и тех живописцев, которые ушли из жизни, оставив нам свои замечательные полотна. Дело в том, что на этой выставке нельзя было, как на других выставках, показывать от каждого автора несколько работ, а все по одной работе. Отсюда была и трудность в экспозиции. Наш союз, и это отмечали секретари Союза художников из Москвы, считается до сих пор еще одним из лучших в Союзе, потому что здесь дух творчества был неизменен на протяжении уже многих лет. Мы как бы даем свой взгляд на природу, свое мнение о состоянии общества и нравственные какие-то уроки. Кто понимает это и поддерживает Союз художников, тех лучшая обстановка и в городе, и в воспитании трудящихся. В эти дни в одном из залов музея проходят и традиционные варламовские чтения. Варламов является, с одной стороны, организатором Оренбургского музея изобразительных искусств, с другой стороны, человеком, который организовал в области отделения Союза художников. Вообще удивительно, как один человек сумел предугадать, что нужно сделать для того, чтобы в области в течение уже больше полувека развивалось изобразительное искусство. Именно по инициативе Сергея Андреевича Варламова в Оренбург приехали художники, выпускники Суриковского училища, среди которых Ерышев, Ни, Глахтеев, Просвирин, Григорьев, Яблоков. Благодаря им Союз обрел новое дыхание. Не нужно забывать, что в течение последних 40 лет Оренбург был культурным центром России. Может быть, наиболее ярким является как раз приезд шестидесятников, потому что это были мастера картины самого сложного, емкого такого жанра, который может рассказать о жизни, о времени, о себе. И в этих картинах они останутся навсегда. Эти картины по-прежнему современны. Экспозиция выставки, которая сейчас работает в стенах музея, построена таким образом, что очень хорошо можно посмотреть все этапы от художников, стоявших у истоков формирования Союза, до Академии Садки. Это очень высокого уровня работы, которые могли бы украсить любой музей. И мы очень горды тем, что это работа наших художников. Сборник, посвященный этим чтениям, он будет таким учебником, посвященным как раз нашим художникам, нашему союзу. Как было отмечено во время варламовских чтений, творчество – это эмоциональный эквивалент времени. Обращаясь к истории Оренбургского отделения Союза художников России, можно с уверенностью сказать, что наш союз в свои 60 переживает пору творческой зрелости. Екатерина Мизгирева, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ.